Золотая и серебряная медаль – признак упорной многолетней учебы. В Центре культуры и отдыха чествовали выпускников, окончивших школу с отличием. В 2018 году таких в городе более 160 человек. Ребят пригласили на ежегодную церемонию вручения премии одаренным детям в номинации «Талант». За активное участие в общественной жизни, за творческие достижения, спортивные достижения. Но это действительно достижения не только муниципального, регионального, а российского и даже международного. У этих ребят хватает времени не только учиться на пятерке, но и активно заниматься спортом, искусством, общественной деятельностью. Александра Ешанина достигла намеченной цели, получила золотую медаль. Особый упор в последний год делала на биологию и химию, необходимые для поступления в медакадемию. Не забывала про русский язык и литературу, предметы, так сказать, для души. Когда получила приглашение на церемонию, была очень рада. На самом деле, ощущение некого объединения. Вот они. Действительно талантливые ребята, которые много трудились, много сил приложили. Действительно, я среди них, я многих здесь знаю, со многими я дружу, общаюсь вне школы и на олимпиадах и конкурсах, поэтому такая вот радость от того, что мы все вместе. Выпускные экзамены позади, пришло время поступать в институты и университеты. Следующая цель после аттестата с отличием – красный диплом о высшем образовании. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.